Молодые, позитивные и активные школьники Новоуральска приняли участие в 29-й городской шоу-игре «Тинейджер-лидер». Открытие нового сезона прошло накануне в Доме культуры Новоуральский. С подробностями моя коллега Анна Акрамова. В зале Дома культуры Новоуральский было весело, шумно, позитивно и ярко. Старт новому сезону любимой многими поколениями горожан игре «Тинейджер-лидер» был дан уже в 29-й раз. Игра живет уже почти три десятка лет, и интерес к ней у юных новоуральцев крепнет год от года. «Тинейджер-лидер» – это всегда, во-первых, дружба. Во-вторых, это движение, то, чего так не хватает современной молодежи. Это общение, это взаимодействие, это танец, это вот современные тренды, которые ребята видят в интернете, а здесь они могут сами их показать, продемонстрировать себя. Вот, наверное, вот это отличает «Тинейджер-лидер». «Счастливы вместе» – такое название у игры на этот раз. Она посвящена году семьи. На танцполе как новички, так и участники со стажем. Свой ритм танцам продемонстрировали сборные команды из 41-й гимназии, 45-й, 49-й, 54-й школ, 56-го и 58-го лицеев, а также сборная детско-юношеского центра. Всем участникам от 12 до 18 лет. Вообще танец поднимает командный дух, и мне очень нравится этим заниматься со своими друзьями, но так танец – это все равно спортивная подготовка какая-то, и мы можем вместе двигаться со своими друзьями. Я сейчас в 11 классе, и уже ежегодно я принимала участие в конкурс, в шоу игры «Тинейджер-лидер» в составе команды «Make You Move». Наша команда уже на протяжении 5 лет занимала первые места в городе и выезжала на областную шоу-игру, где тоже занимала призовые места. А что для тебя танцы? Для меня танцы – это способ выразить свои эмоции, показать, что ты чувствуешь внутри, но без слов. Мы команда «Нон-стоп», мы участвуем от клуба «Малахит». Первый раз или уже с опытом? Первый. Важную роль на фестивале играют конкурсы «Экспромты». Жюри оценивают командный дух и умение действовать в ситуациях здесь и сейчас. Интересно, что несмотря на конкуренцию, которая возрастает с каждым этапом, на танцполе царит атмосфера дружбы и доверия. Впереди у участников еще два этапа. Они пройдут в следующем году. Джаз-дэнс-вечеринка и финальные игры, где определится команда-победитель, которая будет представлять Новоуральск уже на областном этапе фестиваля «Тинейджер-лидер». Анна Крамова, Андрей Васильев, Новоуральская вещательная компания.